Бюджет на следующий год, по прогнозам экономистов, составит 4 миллиарда 432 миллиона рублей. Причем более 75% расходов пойдет на социальные программы – развитие образования, здравоохранения, спорта, культуры и поддержку граждан. Еще одна отличительная особенность – главный финансовый документ сформирован с профицитом порядка 11 миллионов рублей. Профицит бюджета предлагается ежегодно направлять на уменьшение объема муниципального долга. Депутаты приняли решение о присвоении 5 общеобразовательным учреждениям Анапы имен героев Советского Союза. 11-я школа села Субсех будет названа в честь Степана Жолоба. Указом Верховного Совета СССР в 1940 году он был награжден орденом Ленина за проявленную отвагу и героизм во время Финской войны. Прошел Великую Отечественную. 20 лет он жил в Субсехе, после смерти был похоронен на городском кладбище. Была проведена поисковая экспедиция, мы все знаем о подвиге этого человека, именем данного героя учреждений не названо в муниципальном образовании. Также данный вопрос был рассмотрен на профильном комитете. Несомненно, мы это решение поддерживаем. Сейчас, вот на сегодняшний день, мы поддерживаем решение о присвоении звания школы Субсеха номер 11. Герой Советского Союза Степана Михайловича Жолоба. Поддерживаем, да. В проект также вошли общеобразователи школы номер 3, 12, 14 и 18. Их назовут именами Анастаса Шамбелиди, Александра Каширина, Сурена Аракеляна и Иосифа Мироненко. Очередной вопрос – кадровые изменения в администрации города-курорта. Главой Субсеха назначен Илья Красный. Его кандидатуру депутаты поддержали единогласно. Опыт у вас есть, вы знаете, вы местные жители, я думаю, что это очень круто. Вас очень характеризуют депутаты округа Субсехского наши, они, в общем-то, за вас получаются, я думаю, это действительно большая поддержка и помощь. На должность начальника управления молодежи назначена Галина Пивень. Ранее она исполняла обязанности руководителя. Также участники совета почтили память ушедшего из жизни депутата Геннадия Демурчева. На его место председателя комитета по вопросам развития сельских территорий и АПК был назначен Евгений Громыко. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.